suspicious. Slightly. То есть некоторых подсистем.
возможно, эта матрица плотности наша, ну, короче, опять же, самая общая задача ставится. И вопрос, можно ли найти такую общую матрицу плотности, которая частичным светом остановит все данные имеющиеся. Вот эта задача значительно сложнее, то есть в общем виде ее решения пока не найдены, и вряд ли будут найдены вообще. Потому что даже для компьютера это непосильная задача, это вот поэтому я сейчас последовательно приведу некоторые частные случаи, потом приведу уже некоторые общие решения, которые я говорил, не нужно совсем недавно. Значит, ну, например, если мы рассмотрим двухчастичную систему, и рассмотрим нечистое состояние, то условием наличия вот этого общего состояния является одинаковость спектров матрицы плотности для первого подсистемы и для второго. То есть на самом деле размеры все могут быть разные, но различаться они будут только нуля. Нулевые собственные значения не должны быть одинаковые. В каком случае наше общее состояние будет выглядеть стандартным образом, как разложение шнурки? Теперь более сложные примеры, значит, в какой-то работе был рассмотрен пример кредитной системы, и было выяснено, что да, я сейчас сделаю небольшую ремарку. Очевидно, что условия совместимости матриц плотности должно зависеть только от собственного значения. Ну, это понятно, потому что если я вектор есть локальное уникальное преобразование этой системы, то в итоге он будет действительно реализовать. И поэтому все значимые условия, они должны зависеть только от собственных значений. Так вот, если ленд-грида является минимальным спектром матрицы плотности для наших подсистем, для ваших подсистем, то тогда она должна быть реализована в каком-то линии. Кроме того, с Сергеем Брауном была рассмотрена другая система. Значит, вот эта задача, она была называемая чистая, динамичная задача. То есть мы рассматривали чистое состояние вот этой общей системы. Вот здесь, опять же, у нас рассматривается двухъединительная система, а теперь мы уже рассматриваем смешанное состояние наших объектов. Значит, если мы расположим собственное значение матрицы плотности в регулирующем порядке, то если мы, опять же, возьмем минимальное собственное значение для каждой подсистемы, то тогда должны выполняться вот такие условия, чтобы есть матрица плотности, были совместимы друг с другом. Значит, вот этот результат, этот результат, они были получены в целом из одинаковых соображений, из соображений минимизации некоторых функционалов, то есть там рассматривались те общие матрицы плотности с некоторым термическим оператором, и значит, он варьировался с помощью там, вариации определенного вида коммутатора с дизайном термическим оператором. И в итоге оказывалось, что, ну, например, вот это условие, оно проистекало из того, что если я возьму проектор по первой подсистеме, то все было функционалы будут как раз рассуммы на третьего и четвертого собственного значения. Третьего и четвертого, четвертого. Это аналогично доказывалось это условие, вот это условие оно уже несколько сложнее, то есть дополнительные некие алгебраические характеры проводились. И тут они необходимы, понятно. И необходимы и достаточно. Вот все условия, которые прочитаны, они необходимы и достаточно. У вот это уже более сложная система, тут 3P. Причем это не полная нормальность, на самом деле
Ну, видно уже, что на самом деле, если мы рассматриваем более объемную систему, в смысле, если ты не свободен, то количество моральности, экспоненциально растет. И вот эта любопытная система, она была рассмотрена достаточно давно, в 72 году, Борнгом Деннисом. Она интересна тем, что из неравенства сводится к определенным равенствам. Количество условий резко сокращается. Значит, система это антисимметризованная нервная пространство, то есть, ну, говоря с ним, то есть, антисимметризованная система. Но такая система еще довольно сухой. Ну вот, все сильно поменялось. В 2004 году, когда была сформулирована первая теорема Кричко, сейчас я поясню обозначение. Значит, здесь рассматривается в общем виде примерно позитивный блок пространств. Значит, лямбда А – это собственное значение для первого системы, лямбда Б – это лямбда А, Б – для общего. Ну, я опишу специально Есть индивидуальные элементы, но тем не менее все равно все ограничения будут меняемы.
Значит, а задача N-representativeness это как раз рассмотрение N-формионов, N-формионной системы, для них нужно доказать информационную теорему, вот это обозначение, я могу сказать, это, собственно, определяется все порядком исследования. У нас есть набор умножающихся для А, набор чисел В, и, соответственно, тоже сортируемый из более удивающих порядков, и не так пересечения, а не только сложить и какой-то атак из до этого, вот, как раз возникает какой-то нюанс. Ну, здесь аналогичный нюанс, там можно рассматривать. Так, теперь какой-то имеет физический смысл, вот эта задача по репрезентативности. Это на самом деле это тематическое ограничение на собственное значение на населенность. То есть вот здесь изображен куб. Этот куб — это пункт, который показывает, символизируется. Да? То есть то, что у нас населенность может быть больше единицы, если у нас мата скорость, в общем, на объёме количество частиц. А вот этот вот наиболее длинный, который возникает, он даже возникает в результате тех единиц мира. Так вот, это чисто кинематическое утверждение, то есть если я бы не система изначально на время находилась на границе этого многогранника, и я как говорится ходил не понял его действия, что он попытается его выполнить, то естественно он не выполнится, а будет действовать, будет эволюционировать на границе. Вот называется фильм кофе. Значит, часы исполнения. Ну вот это вещь можно экспериментально. Ну и теперь еще немного от себя, что было сделано лично. То есть вот рассматривается как кризис. Вот рассматривается система полного кризиса, которая кризиса. То любопытным фактом оказывается, что когда ты рассматриваешь шестимерное пространство, и берут разговор на скорость частицы, действующие на шестимерное пространство. Когда я рассматриваю звук то можно продемонстрировать, что при этом равном фамилии, чтобы уже говорили о делении фонограммы, в общем, фонограмма является как-то диагональные элементы ровно Но вот если взять по сушению, тогда в конечном итоге главное судьбе всегда на программе можно выбрать одну шестую, тогда на одну шестую. То есть программа выигрывается. А если я взять по судьбе, то есть качество основной группы, возможно, то оказывается, что нельзя выразить собственное значение. То есть получается, что фонографическая энтропия, она достигает максимума для полной группы метафоризации. Для судьба уже не достигает. Это является критерием. Когда вы выполняете, сейчас мы сразу скажем. Ну, собственно, все. Вопрос есть?